помощь российским гражданам, попавшим под новый миграционный закон, курсы компьютерной грамотности и латышского языка. Напомню, что ранее в июне организовала бесплатные занятия по компьютерам и языковые курсы, которые идут уже полтора месяца. На курсы латышского языка тогда записались почти 600 человек. Удалось все организовать, и все получили возможность заниматься. Курсы будут идти еще полтора месяца, по два раза в неделю, и если вы хотите к ним подключиться, то пройдите по ссылке в описании к этому видео. Курсы латышского проходят онлайн, поэтому не важно, в каком городе вы находитесь. Важно иметь компьютер, планшет или телефон с подключением к интернету. Можно посмотреть на отзывы от участников курса. И добавлю, что это именно занятие для сдачи языка на категорию А2. Также, как обещала, в ближайшее время проведу еще дополнительное занятие по компьютерной грамотности для тех, кому нужно идти на экзамен, а мышкой пользоваться не умеет или плохо получается. На занятии научим работать с мышкой и дадим больше информации о заданиях на экзамене и как лучше к ним готовиться. Мне будет помогать человек, который сам сдал экзамен и знает все нюансы. Это занятие пройдет очно в Риге в ближайшее время. Кому интересно, проходите по ссылке и получите дальнейшую информацию. Итак, бесплатные занятия по латышскому и по компьютерам от Русского Союза Латвии. Кому это может быть полезно и интересно, подключайтесь.